Всем парням здорово. Привет, парни. В мои руки попал Александр. Да, наконец-то доехал. Ничего страшного, сегодня у нас 25 апреля 2024 года. Саня наконец-то до меня добрался, выздоровел, болел сильно там. Уже хотели скинуться. Всем миром хотели скинуться, да, на операцию. Обошлось все хорошо. Вот, ладно, шутки шутками. Сегодня у нас, как обычно, сейчас на 10 минут сами мучить не будем. Сегодня у нас первый день. Мы с тобой сегодня поработаем 10 минут на скакалке, разомнемся. Дальше мы разогреемся, увидите все, покажем. Тоже сделаем небольшой челлендж, коротенький, чтобы посмотреть, как у Сани кардио. Немножко покачаем ножки, попробуем тоже посмотреть, что твой вес без борща. И покачаем грудь. Если останется какое-то время, то может быть, что-нибудь еще поделаем маленькое. Да, может успеем давление у меня померить. Запишем обязательно. Давление обязательно. Все, начинаем. Отлично. 10 минут работаем на скакалке. Обычно мы работаем уже 15. С Гришей 15 минут. Но мы не торопимся. Все правильно. Это разминочное упражнение. Просто 15 минут мы там филоним туда-сюда. Я плохой скакун на скакалках. И прыгаем мы на одной ноге. То есть задача такая, на одной ножке право-лево, право-лево. Разминку на скакалке показывать не будем, а дальше немножко поснимемся. Все, пошли. Санчо работает на скакалочке. Сегодня разомнемся и попрем дальше. Сейчас Санычу взвесим. Сейчас сломаемся. Давай, не сломаешься. До тонну можно вешать. Вот, смотри, как в аптеке. 90 килограмм. Да. Вот я его трогаю, сразу больше становится. Так, 90 килограмм ровно. 25 апреля. Посмотрим, что у нас будет, да? Задача не похудеть, а перекачать все в мышцы. О, Димон пошел. Раз и два. Делаем челлендж. По три упражнения. Подтягивание. Затем отжимания. И прыжки. Да ладно, скромничай. О, все, готов. Отлично. Сейчас Саня. Саня на очередь. Сегодня челлендж у нас из 5 подходов. 3, да, Сань? Толстяк, 90 килограмм. Стряхнись, давай. Давай еще разочек. Давай, давай. Ничего страшного. Пленки много. Сань, не обязательно до конца. Попробуй хват поменяй. Обратным хватом. Не, таким ты вообще не подтянешься. Обратным. Все, пусть засчитываются. Две половинки тоже отжимания. Отжимашечка. Улыбайтесь, Шура. Они золотые. Десяточка. Третий это у нас подход. И просто с глубокой посадки выпрыгивание. Без спешки, без ничего. Но желательно без перерыва. То есть, чтобы у нас мышца работала в режиме нон-стоп. Как дела? Ой, ребята. Красавчик. Я прям пышу здоровьем. Гляньте на меня. Помолодел, Санька, будто. Да.
Сегодня в конце еще взвесимся, посмотрим, что Саня там убавил. Сколько воды из него выйдет. Что, ты готов? Всегда готов. Саня очень долго отдыхал, я тоже сам, кстати, в шоке, если честно. Сейчас уже с резинкой встань, сколько можешь, с резинкой сколько можешь. Не обязательно до конца подтягиваться, можешь подтягиваться прямо вот так вот. То есть это, бодибилдерский. Сейчас Сашкин последний, четвертый. Решили мы сегодня не борщить. До конца можешь не разгибать руки. Дожимаем, короче, четвертый подход. Пока вот так вот, для первого раза после долгого перерыва, я вам скажу вполне, я сегодня тоже заманался. Четвертый подход, 6,5 раз. Перекур небольшой. Я думал, ты без перерыва сейчас как. Я пошутил. То есть, понятно. Апельсиновый цвет, когда появится. Так что вот такие дела. Сегодня мы работаем. Четыре сегодня сделали всего разминочных, поэтому мне тоже уже тяжко, но я, правда, делаю чуть побольше. Последний мы делаем до максимума, и подтягивания, отжимания, и подпрыгивания. 2, 3, до упора с вами делать. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, вот, а говорить не могу. Смотрите, почти 16. Почти что 17. Давай до 20. 19. Давай до 21. Чего ж там? 20, Саня, красавчик. Че ты, пар? Нас еще на белый забазыне попал. Опять будешь отдыхать? Опять будешь отдыхать? Конечно. Ты даешь. Ну да, согласен, восстанавливаем дыхание. Вот такая вот. Это у нас четвертый подход. Хорошо, что сегодня 10 не захотели делать, да? Я думаю, где-то на 6 мы бы умерли, наверное. Да, я бы тоже. Вот Санька отдышался. И у него завершается до сих пор четвертое повторение. Не знаю, 7 вроде, до упора там. Ну тоже смотри по самочувствию. Дыши. Сколько? А? 20. 20, красавчик. Как далось, Сань, сегодня 4 повтора? Ой, лучше не спрашивайте, ребята. А ты как-нибудь книгу об этом напишу? Вместе. Так я напишу 25 апреля. Давай я книгу напишу, а ты голову просто вставишь. А? Там будет как раз вот можно этот день. Видеоролики приложу. 25 апреля 2024 года. То есть, когда моя жизнь перевернулась. Ну вот четвертый. А с Гришей мы делали 10 кругов. И Гриша молодец, 10 кругов он выдержал. Гриша, привет. Да, Гриху ждали сегодня. Ну что, погнали? Да, у Димаса все по-взрослому, без резинки. Все считать умеют. С 99. Вот, смотри, сотка. На рекорд пошел. 101. Сколько там? Нормально? 9. Ключик тяжелый. Перетягивай. Тут помягче падает. Ага, давай. Первые 10 не считаем.
Что там на четвертый десяток идешь уже, да? Полтышок? 41. Сорок. Ну вот. А ты даже не устал что-то? 41. 41. Да что ты? Ну просто Оскар может тебе дать. Не надо, да. Спасибо. Очень натурально играешь у старшего человека. Просто еды купить. Ладно. Остальное за кадром. Так. 5 минут как назад закончился у нас челлендж. Да, я немножко ошалевший. Из 4 всего лишь подходов, 5 подтягиваний, 10, у меня было 15, 20 у меня было отжиманий и 20 бёрки. Мне подпрыгивания с низкого пресса даются тяжелее, чем отжимания. Легче всех мне даются отжимания на самом деле. Вот, уже 5 минут прошло, я до сих пор не могу отдышаться. Саня, вроде как... Ну я уже 10 минут нормально делаю. Да. Говорит, черно-белое изображение вернулось. Да, цветное, постараюсь настроить. Настроить сегодня, наверное, не вернулся. Так, сейчас дальше пойдем. Ноги наши чуть пожмем, нам может сискусу не пойдем. Санки повесили пока 120 блинами. Сегодня не борщим, работаем потихоньку. Уже мы объем прилично выполнили, по 5 повторений. Первый день сегодня. Саня здорово, че? Саня здорово, кабаняра. Прибедняется. Отдыхай, отдыхай. Ну вот, повесили 140. Давай, Саша. И тоже 5. Раз. Спокойненько. Работаем. Первый день мы не борщим. Все, на кого завещание, Саня? Ты? Дыши. Поживем еще. Повесили 160. Хватит, хватит, Саня. Ну вот. Сейчас мы будем делать, Саня. Сейчас 160 вешаем. Делаем 5 раз. Скидываем один блин 5 раз. Скидываем до 100. То есть, типа, маленький такой пирамидку.
сделали какой-то супер крепкий сплит. Саня, молочек. 4 минуты делали, прикинь? 4 минуты, это вообще пипец. Нормально? Все, дыши, дыши. Что-то у тебя лицо серое. Все, сегодня еще проверяем Сани на сиськи мои. Повесили сейчас я. Небольшой вес. Что-то произошло, наверное. Подгрузили. Смотрим Сани, Санькин предел. Сашкин предел. Сашкин предел, смотрим. Сашкин напердел, нашли, по-моему. Подгрузили мы 25, 25, 50, 60, 70 килограмм. Ищем пердел, Сашкин пердел. Люди стали расходиться. Все, нашли Сашкин пердел, 60 кг. Для первого занятия пониже чуть, там кадр такой пониже. 60 кг. Первое занятие сегодня, 25 апреля. Да. Последнее, да. Вот Димас призадумался, а стоит ли оно этого? Наверное, стоит. Я вообще не думал. Вообще не думал, да. Мы мозг сдали в гардероб. Ищем теперь мой предел. Да. Ну, пошли искать твой предел. Что там? 95 сегодня. Ну, 100, по крайней мере, снял. 100 же килограмм, 20, 35, 40, 40 плюс 40, 80, плюс гриф, 20. Сотка.
Почти покорилась. Взвешиваемся. Я был 80, Саня 90. Но Саня пил много. 300 грамм. 300 грамм, да. Еще ну-ка, еще раз в сторону. Еще раз вставай. Давай, вставай. Контрольный. Вот так вот. 200 грамм, 200 грамм, да. Воды вышло. Хотя выпил банку целую. Почти 0,7, наверное. 0,7. А я был, получается... Я пришел ровно 70-80 килограммов. Ага. Видишь, 800 грамм. От страха вообще. Да. Это на бёрпи, на этой фигне. Это из-за пердела. Серьезно? Пердела искали? Конечно, да. Видишь, как бы... 79-200. Было 80. По 700 грамм. Но я почти не пил. Нельзя так терять весь. Все, давай. Не, нормально. Вот у меня нормально. Я просто, видать, много воды попил перед тем, как сюда прийти. Ну, будем считать, что да. Все. Отдохнувшие, помолодевшие, слегка землянистый цвет лица. Ну, ничего страшного, так и должно быть. Постричься надо. Какие уже волосы, ничего тупец. Вот, подкачаемся, пострижемся. Или надо накачаться, наоборот, чтобы... Чтобы бабки были здоровы. Это не моя рука. Комплекс неполноценности. В общем, сегодня позанимались. Да ладно, что-то перестань. Все зафиксировали сегодня, запомнили, сколько у Сашки была первая тренировка. Саня вообще никогда почти не занимался. Вообще не было. Вот такие у нас какие-то. В школе на физкультуру вообще не ходил, да. Через 15 дней у нас... В общем, получается, через 3 недели у нас финал Кубка ЛХЛ. Вот мы сейчас за 3 недели с Саней просто... Надо подтянуться. Просто вообще сделаем прям... Лучшего вратаря в лиге, короче. Хорошая шутка. Какие шутки? У нас вратаря нету на финал, пацаны, прикиньте. Сейчас кто выигрывает, Сысова при Лузе, полуфинал у них, а мы играем в финале, короче. У нас соперника нету, к сожалению, в этом сезоне. Так что боремся сами с собой. Сысова там каток такой просто, как бы это. Посмотрим они, как они нас переезжать будут. Я думаю, что жара будет вообще на моей, короче. Все, всех обняли, покружили. Что скажешь, Саня? Да. До встречи где-нибудь в спортзале, на катке. Возможно, в магазине где-нибудь через день. Все, главное не в КБ. Ждем вас, мужики, здесь. Саня, вот 25-го у него первый день. Надеюсь, Сашку я буду видеть так же часто, как сам хожу в зал. Это 3 раза в неделю, минимум 2, поэтому плюс 1 лед. Поэтому до встречи, друзья. Сегодня мы немножко поработали, так как у Сани был первый день. Ничего не борщили, но пропотели хорошо. Всем пока. Только не заходи.